не можешь всю ладошку, а ну вот как держал примерно места касания. Вот здесь. Прожрали русских. Дубль 2. Пишем. Так вот и. Вот снимали сцену сейчас, как будто я заляпался соком, ну сок, кровь, понимаете, ну так как солнце светило ярко, пришлось отложить съемки на некоторое время. Теперь буду ходить вот в такой грязной рубашке, чтобы не снимать, но надевать ее. В общем, у нас сейчас небольшой технический перерыв. Это возрастный? И нам сегодня повезло, наш... Режиссер в прекрасном настроении, иногда улыбается. Оператор сегодня злой, как собака. Постоянно что-то ему не хватает. Он постоянно всех что-то просит принести, подать. А сейчас, простите, мы будем кушать. Реквизит был потрепан. Никит. Можно я отдаем хлеб, Филипп? Да, можно. Тебе нравится работать за еду? Пожалуйста, дайте поесть. Сейчас мы ночную, нет, вечернюю сценку снимаем. Никита должен быть уставший после КПЗ. Мы делаем его еще более уставшим при помощи синего света. Я настраиваюсь на роль. Надо сыграть все. Отрезать нужно. Давай. Клей давай. Подождите, жду продюсера. Без разрешения продюсера нельзя. Никак. Скотч не отрезать. Как-то криво. Где? Ну, ладно. А мне кажется, надо по углам так вот по... Господин режиссер, что здесь происходит? Ну, значит, кто как? Мы снимаем эпизод, когда герою снится кошмар, и он должен проснуться и увидеть, что стены его комнаты заляпаны кровью. Вот нам дали разграбление комнаты, но обои пачкать нельзя. Поэтому мы решили заклеить вот этими вот обоями, точно такими же, как и на стене. Вот сектор, который будет замазан кровью, потом мы спокойно удаляем. И получаем чистую комнату. Ну, вот, когда, знаешь, когда герой проснется утром, он увидит снова чистую комнату, и все будет хорошо. Сложный технический процесс. Хотя в Голливуде они просто берут квартиру, пачкают кровью, а потом ее продают. Коктейль «Кровавая Мэри». Нет. «Кровавый ГУЛАГ». Мы снимаем последний сезон «Менструального периода». Надеюсь, что вот синий хер. Включился. Работаем. Все, поехали. По-моему, херня. Без этого, да, вообще все нормально. И вот без так. Ее надо просто руками размазать и все. Да вон сейчас, вон, жидко. И пишем. Все удалось. Отдирай не удалось. Там свидетели всех убьем. Там еще все там. Да. Нас как не было. Осторожно, там кровяка внизу. Так, что, в это заворачиваем? Да. Как эти коронеры, знаете, заворачивают трупы. Это да. Вау. Это ничего другого не сказать. Мы сделали декорации. Ну как было по-настоящему, все было как во сне, и тут раз их нет, тут раз они есть, ну это настоящее кино, настоящее превращение, настоящее чудо. Это надо видеть, другими словами не объяснишь. Вы рады, что тут почти все не изгадили? Почти не все изгадили. Почти, да. Я рада. Все хорошо. Я не сильно. Слава Богу. Конечно.